Всем привет, ребят! Доброе утро! И с сегодняшнего дня Диана начинает снимать влогмас. У-ху! Не знаю, как точно еще назвать эти серии видео-влогов, которые у меня будут они выходить. О, боже мой, что за свет! Да, но я буду снимать. И сегодня у нас пятница. Сегодня у меня запланировано очень-очень много дел. Или как проснулась... Круги под глазами ужасные. Сейчас соберусь, пойду в школу на экзамен, а после этого посмотрим, что будет дальше, потому что немножко хочу вас удивить. А пока мы тут с вами, я хотела показать вам декабрь в прекрасном, в Пусане. Так что да, я собираюсь, выхожу, убегаю. На часах. И в 10 часов, где-то так, мы едем куда-то. Куда я вас с собой возьму? Это мой учитель по музыке. Do you want to tell people about yourself? About myself? Yeah. It's like an online dating profile. Exotic. Okay. So that's how I would use myself, like, describe myself in a dating profile. Интересный факт обо мне. Я играю на трубе. Очень странно, не правда ли? Do you want to comment on my trombone skills? Dramatic improvement over the course of half a year. I remember your first day of... And now it's only doing great. Steven, oh dang. Steven, oh, look at those staffs. My friend's in Utah. Jenny-yo. Annyeong haebo. I look like a pig right now. Say hi, be nice. Okay. Это мои одноклассники. Сейчас вам мани подаю. Мы идем в Neotech, я так думаю. Это что? Это вообще это правильно? Я не знаю. Записывающую студию. Эй! Вот такая вот труба. And one, two. Я пыталась снимать в самой студии, но мне кажется, там было слишком шумно, поэтому вы, наверное, не услышали меня. Так что я объясню все, что было, происходило там немножко попозже, а пока мы сейчас идем кушать Макдональдс, ибо я очень хочу кушать. Я снова дома, и я только вышла из душа, только что-то вообще собрала, сделала с собой. Мне нужно немножко прибраться и продолжить собирать мои вещи. Если вкратце, то мы ездили, да, в студию с моим классом по музыке, и я вообще изначально ни на каком музыкальном инструменте не играю. Я ходила год, училась играть на фортепиано, это было неудачно, я кинула это все дело, и даже я забыла, как читать ноты, в принципе, я их сейчас плохо читаю. Да, вот. У меня не было выбора, в общем, я не могла взять другой урок, но в итоге я взяла этот урок. С учителем мы давно хорошо общаемся, как бы, и он такой, ну, приходи ко мне, что такого. Так что я пришла, и он стал меня учить, как играть на трубе. Я думаю, это так называется инструмент, потому что на английском называется trombone. Большая труба, по-моему, так называется. Я надеюсь, что это правильно. Ну, в общем, да, я играю на нем с сентября месяца, где-то середины, наверное. И... Высокие ноты пока еще не могу нормально, чисто, чтобы они звучали, сделать. Но, да, играю Диана на трубе. Ну и, в общем, у нас для этого урока как такового не было экзамена, поэтому он нас взял, типа, на экскурсию
в студию записывающую, где он часто проводит свое время, поэтому мы все поехали туда и записали, как мы играем песенку Merry Christmas, так что вот это чем мы занимались. И вы видели моих одноклассников, один из них, он играет на, также на трубе, как я, и девочка играет на саксофоне. И также все вот эти вот люди, которые вы видели в вырезках и обрезках до этого, они все начали заниматься тоже в сентябре. Так что мне кажется, это очень круто, что за какой-то такой период времени можно выучить музыкальный инструмент. И хоть я понимаю, что труба мне в жизни не пригодится, как бы, но вот какой-то интересный факт обо мне. И, кстати, важная деталь. Все инструменты нам предоставляет школа, то есть мы можем их взять с собой, дома позаниматься, знаете, и в школе мы ими пользуемся, но это все предоставляется школой, то есть мне не надо было покупать трубу, никому не нужно было ничего покупать, саксофон, это все дорогие все-таки вещи, и очень даже круто, что наша школа предоставляет такую возможность своим ученикам. Так что это вот было. Сейчас надо собрать дальше вещи в Сеул, и сейчас 2:30, у меня поезд в 4:30, мне нужно там быть хотя бы в 4, я так приблизительно думаю, поэтому мне нужно выехать в 3:30, 4:00, так что у меня есть час собраться где-то примерно, так что, да, как соберемся, как я все буду делать, вам с вами опять свяжусь. Если кто-нибудь объяснит мне, почему я не могу везде вовремя ходить, я буду очень рада. Сейчас без 15:04, у меня поезд в 4:30, так что посмотрим, как это пойдет. Собираюсь, и я всегда думаю, что я слишком рано начинаю собираться, поэтому я тяну время, и в итоге я опаздываю. Нельзя так делать, ребят. У меня прям руки трясутся, видишь, я буду. Нет, все будет хорошо, я поеду, все будет отлично, все. Диана просто лох, ребят. Я опоздала на свой поезд. Мы подъехали вот ровно в 30, то есть когда мой поезд уже уезжал. Люблю Корею и ненавижу за то, что у них поезда выходят прям вот как назначено в 30. Вот в 30 минут двери закрыты, мы уже уехали. Так что, да. Сейчас 25, и я купила билет. И мне теперь ехать через час. Сидеть, читать книжку, может быть. Может быть, начну редактировать этот блог. Так что да. Красивый Пусанчик. У меня 10-й выход, он находится там. И надо поскорее, наверное, туда пойти, а то... Ну да. Ребята, я наконец-то села, боже мой, как я рада. Окей. Мы сейчас едем с вами до Сеула. Сувоня — это город, который идет по карте до Сеула, да? Мы там останавливаемся на минут 20-30. Я сижу, жду. Вот. Так вот, я пришла за сколько? За 20 минут до выезда, поэтому тут очень-очень много мест. Я успела сесть, люблю сидеть возле... похода, потому что ходить в туалет часто надо будет. Да, мои мучения закончились, но, боже мой, просто как можно быть таким лохом? Я не знаю, я сейчас разговаривала с Мариной, и просто жаловалась ей на жизнь и ругалась на всех, и Марина такая, ну да, Диан, вини всех, кроме себя. Я такая, да, Марин, так и есть. Так что это печально, но это так. Так что вот я тут, и сейчас с вами поедем до Сеула, наконец-таки. Напишите мне в комментариях, если вы куда-нибудь опаздывали, потому что это вещь, на которой мне нужно работать, потому что я везде всегда опаздываю, это мне есть хорошо. Поэтому да, напишите мне в комментариях, если вы куда-то любите опаздывать, или вы постоянно опаздываете, как я, или же вы, наоборот, любите приходить вовремя, или, например, за 10-15 минут. Будет интересно. Так что, увидимся с вами в Сеуле. Марина меня встретила, принесла мой чемодан. Марина грузчик. Моя камера чуть не сдохла, я думала, все, это печаль. Но нет, все в порядке. Сейчас едем домой, дарим друг другу подарки. Собираемся кушать и дальше гулять. Вот. Да. Мой любимый Синчон! Боже мой, как это красиво. Вы это видите? Там
елка. И, а еще мои перчаточки. Смотрите, какие мы новогодние все. Прекрасно. Спасибо, ты, блин, красиво. Ты посмотри на моего урода. Да нет, я в порядке. Кто так делает? Ты вообще обмениваешься подарками так рано? Скажи мне, почему вы такие странные? Марин, пожалуйста, посмотри. Я хочу посмотреть на эту реакцию просто. Боже мой, я сейчас так этот... Я нервничаю, мне кажется, больше, чем ты, если ты вообще нервничаешь. Что это? О, да ладно! А как он открывается? Вау! Да ты мой Дед Мороз! Вау, вообще красивый Диан. А я хочу тоже посмотреть, что мне подарили. Так, как мне его спасать? Вот, все. Блин, Диана, не плачь. Кто так вообще делает? Почему мы такие странные? Попка! Сейчас моя русская соседка зайдет сюда. Ребят, я это хотела, я не знаю. Это очень странно. Короче, если кто не знает, есть такой этот корейский... Какая соцсеть, как его так называется, как WhatsApp. И там есть такие герои. Это попка, но это как бы не попка, это персик, но она выглядит как попа. Ну вот посмотрите на это. Разве это не камера фокус? Прикладки. Ты что-то есть еще. 18 декабря, самое время до Нового года. Нет. Я ей, короче... У меня уши вязли, наверное. Я ей говорила, что я хочу кольцо. Красивое, нормальное? Красивое, да, Марин. Простенькое? Нет! Что, вот такие вот дела. Дарите друг другу подарки. Видите, как это приятно. А мы сейчас пойдем собираться, купаться, вводить красоту. Так что спасибо, что были со мной сегодня. И увидимся с вами завтра. Пока-пока!